Всех приветствую на канале Миху. Во время стрима Bless Online мне часто задают вопрос, почему я так хейчу игру, почему я говорю, что у нее нет будущего. Хотя вроде бы в игре все красиво, боевка есть, PvP есть, подземелье есть, но почему же я так ей недоволен? А все дело во времени, затраченного на разработку игры. Ведь неважно, насколько хорошая идея задумана разработчиками, если они не могут ее реализовать в довольно короткие сроки, то рано или поздно она уже станет старая и неинтересна. И примерно это получилось с игрой Bless Online. Игра разрабатывается уже 5 лет. За эти 5 лет разработчики смогли сделать следующее. Несколько подземелий, а точнее 5, 6, 7, из которых 2 подземелья являются топовым или 3 подземелья. И более поздний контент, который мы получим, это старые подземелья, усложненные. 3 арены, 5, 3 на 3, 15 на 15, 100 на 100. Бесполезные осады, система крафта, система сбора ресурсов и непонятные мировые боссы. Нет, я не говорю, что это очень мало, но я считаю, за 5 лет можно было сделать больше. Но давайте отложим сначала вообще то, что они сделали за 5 лет, и посмотрим, что же они смогли исправить за год после закрытия игры в России и открытия игры в Стиме. Первое — это подземелье. С закрытия русской версии они не добавили ни одного подземелья. То есть мы видим все подземелья, которые были доступны на старте русской версии, ну или через месяц после старта русской версии. То есть здесь они не продвинулись. Причем я ходил в подземелье, тактики и механики примерно те же самые. Единственное, что они поменяли, добавили дейли подземелья, то есть ежедневные подземелья, которые вы проходите ради получения каких-то плюшек. Конечно, это не какое-то особенное подземелье, а одно из тех подземелий, которые уже доступны. Идем далее, на очереди батлграунда, они добавили один батлграунд, то есть одно поле битвы, 15 на 15, вроде бы хорошо, но что такое сделать одну арену? Это нарисовать новый ландшафт, добавить пару строений или монстров, которые вам надо убивать, чтобы победить в этой игре, и, соответственно, добавить правила. В принципе, делается это буквально за, я думаю, месяц-два максимум, ну это совсем уж предел, и можно было добавить хотя бы 2 или 3 поля битвы за это время. Я не пытаюсь особо придираться, если с подземельями все понятно, там все-таки есть топовое подземелье, предтоповое и так далее, то есть там есть какая-то градация, то выбор арен должен быть огромный, ведь Bless Online все-таки это аренная игра, это не PvP в открытом мире, потому что оно там очень редко происходит, это как раз PvP на закрытых аренах, где вы деретесь одна фракция против другой, и я считаю, что выбор должен быть хотя бы в количестве 5 или 6 арен. Окей, двигаемся дальше. На очереди у нас поимка питомцев и бестиария, а точнее отсутствие бестиария. В игре можно поймать различных маунтов и питомцев в количестве 680, по-моему, особей. Но при этом они не идут ни в какой бестиарий, то есть мы не знаем, сколько мы поймали, какие мы поймали, сколько нам еще осталось поймать, а максимум одновременно доступных нам питомцев для использования 200. То есть разработчики, походу, не считают это важным контентом, и для тех, кто любит просто коллекционировать маунтов питомцев, в этой игре делать нечего. Идем далее, на очереди у нас крафт, здесь разработчики действительно очень хорошо поработали, можно им смело поставить лайк, теперь за повышение уровня в крафте и сборе, то есть, допустим, есть новичок, подмастерье, мастер, вы открываете для себя новые пассивки, новые какие-то бафы или усиления, которые увеличивают эту ветку крафта. Дополнительно теперь крафт делится на 5 видов, то есть нельзя, допустим, одним персонажем прокачать абсолютно все. Теперь есть 3 основных крафта и 2 дополнительных. Основной — это броня, бижутерия и различные свитки питомцев и руны. Дополнительный — это поушены, то есть это алхимия и кулинария. И все было бы ничего, вроде разделили крафт, теперь должна какая-то социальность появиться, кто-то крафтит одно, кто-то другое, но есть такой момент, что по почте можно отправлять все свои предметы, которые передаются, и поэтому можно фармить, наделать твинков и не париться. Зачем вообще они делили крафт, тогда непонятно, если они не блокируют передачу по почте. Последний аспект игры, про который стоит рассказать, это система боя. Скорее всего, они работали только над системой боя весь год, а на все остальное у них просто, наверное, не оставалось время. Но стоит отдать должное, что систему боя они переработали, как я считаю, в лучшую сторону. То есть она теперь стала более динамичная и, соответственно, поинтереснее стала PvP-шиться, больше вам скиллов доступно и надо правильно выбирать ветки умений. В общем, подробнее я расскажу в отдельном видео.
Но скажу, что пока она, конечно, еще не сбалансирована, то есть они, походу, выкатили систему, но насчет баланса они вообще забыли про это слово. На этом изменения вроде бы и заканчиваются. Да, есть другие изменения, а-ля интерфейсы, вообще делают игру более дружелюбную к новичкам, но разве такое не должно быть в 2018 году? А теперь давайте поговорим про то, что они не поменяли. Оптимизация. Ну, здесь не надо ничего лишнего говорить. До сих пор ини-файлы, которые были в русской локализации, работают. До сих пор у всех FPS падает, когда вы начинаете поворачивать камеру или используете способности. То есть над оптимизацией они практически не работали. И непонятно вообще, почему они это не делают. Либо не могут, либо считают, что и так все хорошо, и народ просто схавает. Баги и дюпы, которые были в России, остались и здесь, причем походу добавились какие-то новые. Вначале все клонировали, точили экипировку. В общем, разработчики как и с оптимизацией, так и с устранением различных багов дюпов здесь они вообще не работают. И походу считают, что если мы повесим какую-то ширму на наше разрушенное здание, то все и так купят это здание. В целом мы видим, что за год работы, после того, как игра сфейлилась, то есть, по идее, игра должна была кардинально поменяться, должны были быть какие-то кардинальные изменения, практически их нет. То есть разработчики либо считают, что их проект и так хороший, а она сфейлилась, потому что почему-то русские не понимают их игру, либо они просто не могут это сделать, и я считаю именно второе. То есть разработчики просто не в состоянии развивать правильную игру, достаточно быстро развивать, чтобы она нравилась другим игрокам. Я ни в коем случае не пытаюсь вас отговорить играть в Bless Online. Я просто пытаюсь помочь вам, скажем так, сберечь время. Вот вы тратите время на игру, которая заранее является мертвой. Не потому что, допустим, в ней нет контента, а потому что разработчики не могут ее правильно развить. Если они за год ничего не сделали в правильном направлении, то и за два не сделают, и за три, скорее всего. И поэтому вы просто потратите время. Поэтому подумайте, стоит ли играть в игру, в которую заранее разработчики не могут ее развить до нужного уровня, тем более это не 2003 год, это не 2005, не 2010, это 2018. Есть очень много примеров провальных игр, успешных игр, качественных игр, некачественных игр, медленных разработчиков, быстрых разработчиков, ну практически уже все было изобретено. И если в 2018 году, когда разрабатывается игра, разработчики не могут посмотреть на опыт других и проанализировать и сделать какие-то выводы, то, в принципе, о чем вообще можно разговаривать. Думаю, на этом стоит уже заканчивать. Для себя, я думаю, вы пару моментов какие-то выделите. Может быть, вы наплюнете и скажете, да, все нормально, мне и так сходится. А может быть, вы подумаете, а действительно, за год ничего не поменялось, зачем вообще тратить еще какое-то время в этой игре. В общем, это решать вам и оставляю на ваш выбор. Спасибо за просмотр, подпишитесь на канал, поставьте лайк. Всем пока.